Я сейчас выкладываю пост в рубрике «Свои люди» в нашей группе ВКонтакте. Евгения Алымкулова работает в компании Insit пиар-менеджером. Именно она выкладывает информацию в соцсети и от лица провайдера отвечает на сообщения абонентов в группе ВКонтакте. Мне нравится моя работа, потому что нет, так скажем, обычных серых будней. Очень разнообразная работа. Работа в интернете, там также общение с людьми, с абонентами. Много различных отзывов. Евгения училась на технической специальности, но тянула девушку всегда к другому. Заниматься рекламой она начала сама. Увлеклась подбором контента для разных целевых аудиторий. Все началось с аудита. Мне понравилось анализировать группы, ведь потребности у всех разные. И интересы тоже. Даже настроить там самую простую рекламу ВКонтакте нужно уметь. Но кроме работы в сети, будучи сотрудником Insit, Евгения занимается продвижением услуг компании и в офлайн-режиме. Проводит различные пиар-акции, разрабатывает идеи для создания брендированной продукции. Отдает дизайнеру наброски для фирменных кружек и шоколадок. Создает текст и картинки для рекламных листовок. Такая деятельность требует творческого подхода. А с этим проблем у девушки нет. Каждую неделю она придумывает новые развлечения и конкурсы для подписчиков группы провайдера ВКонтакте. Женя у нас работает сравнительно недавно в компании, но уже успела себя зарекомендовать как профессионал. Плюс она привносит свежие какие-то мысли, идеи, например, по геймификации, по конкурсам ВКонтакте. А мы только за то, чтобы у нас реклама была интересна нашим абонентам. Сейчас в группе Insit ВКонтакте запущен конкурс «Продолжи фразу». Условия просты, а призы приятные. Можно получить билеты на мюзикл, спектакль или рок-концерт. А в следующий раз Евгения Алымкулова придумает для подписчиков новый розыгрыш, и он не будет похож на предыдущие.